ДМ. Че, это не брать ее, ну, чтобы она ноги скинула? Попробуй. Не знаю, сможете, нет? Мне кажется, это... Лёха, вот так глаза закрыть. Да, да, по-хорошему. Ей ноги просто закину, тебе не держать. Так, ты это... Я ноги... Слезла. Ну, вот если ты вот эту руку будешь держать, она вырвет тебе руку, получается. Я вот так нельзя, да? Вот, вот так, так попробуй, а ты надо, да, вот. Так а, она нам не ушибет? Нет. Как же страшно, каждый раз. Ёб твою мать. Ой, блядь. Пиздец. Живая, нормально все. Нам ее как-то надо это? Не, она все спустит. Блядь, это пиздец. Да вообще. У меня трясутся ноги и руки. И у тебя тоже руки. Инструменты, братан, ты здесь жмут. Ну да. Интересно причем. Бля, я только не вижу сейчас, куда мы будем парковаться. Не знаю. Куда-то. Куда-то в дерево. Тихо, голова. Аккуратно. Стоп. Все, стоим на земле. Стой, стой, стой. Не падай. Стоишь? Не могу стоять, подожди. Подожди. Стой. Оп. Стой. Ноги. Можно каску снять? Там мне да, ну давай, сейчас мы дойдем до каски. Сейчас я сначала вас отцеплю, чтобы тут в кустах не стоять. Так. Нет, надо, наверное, пройти куда-нибудь. Давайте выйдем. Так, стоп, стоп, стоп. Им тяжело максимально ходить. Да ничего там. Мне тяжело очень ходить, да. Тихо. Тихо, 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 тихо. Стоп! Не заваливайся на меня. Теперь надо встать как-то. Бля, Тёма, сутра конкретно вообще. Вставай. Чухливо так. Блядь, зимой вечно в сугробы по колено. Может, тут как-нибудь, нет? Мне кажется, мы не выйдем. Да, Денис! Да ты встанешь или нет? Бля, я не могу встать, честно. Держись за дерево. Не сиди у меня на ногах. Зимой в сугробы по колено, летом, бля, в кусты постоянно паркуемся. Так, сможешь на себя натянуть вот так? Давай, ага. Блядь, твою мать, блядь.
Не просто. Прямо супер конкретно. Бесси, что ты здесь? Пытаешься тоже помочь? Мы когда вот, ну, болтались уже, сильное отклонение было, вот если сравнить с одиночными прыжками. Ну, не знаю, как это амплитуда. Лёха затянул от души. Все, мы так останемся. Он закрутил, да? Да, закрутил хорошо, блин. Все-таки, наверное, лучше выйти, потому что там пониже. Так, стой, давай как-нибудь. Стой, не шагай. По очереди. А теперь шаг. Только аккуратно. Тихо. Держи ты за меня. Все. Ну, а здесь чуть пониже, попроще будет. Поровнее хотя бы. Поровнее. Давай, потянем. Ну, можно за узкий. Алина не снимает. Да что ж ты? Хорошо так. Все, мы так останемся, походу, да, жить? Может, нет, эта вот штука очень давит. Ну что, созрели? А что? Я даже не кричала. Да, мы заметили, ну ты вообще молодец, так быстро поднималась. Ты быстро, кстати, да, реально шла. Да. Я просто подумала о том, что я месяц не была в зале, и пора что-то делать с этим. Как бы, поэтому поднималась. Давай 4 подхода. Пошла. Че, от души, да, затянул? Да. На Верочку. Витя, ты